Ребят, всем привет! Привет! Немного остается до Нового года. Как вы видите, мы уже накрыли стол себе. Подведем итоги прошедшего года. Это был очень насыщенный и очень интересный год для нас. Мы выросли на 36 тысяч подписчиков. В том году, 2016 года, у нас было 4 тысячи подписчиков, да? Да. И, наверное, поделимся самым интересным, то, что произошло у нас в 2017 году. Вероничка, давай. То, что я пошла в первый класс. Вероника пошла в первый класс. Очень хорошее было, знатное событие. Полин. Второй класс. Мама. А для меня самое главное событие года это была поездка в Таиланд. Мы поехали всей семьей в Таиланд. Я вообще давно мечтала поехать в Таиланд. И тут это событие свершилось. Мы поехали всей семьей на море. Буквально немного остается до Нового года. Я хочу встретить этот Новый год вместе с вами. Детям мы налили сок, это яблочный сок, а себе откроем шампанское. И хочется поговорить про Новый год. Ребят, Новый год будет очень интересный. Мы растем не по дням, а по часам. Да, у нас все больше и больше. Мы улучшаем контент, стараемся снимать что-то интересное, монтировать. Я пытаюсь экспериментировать в монтаже. В новом году мы поедем в Таиланд опять, ребята. Будет очень много видео про еду, как вы любите. Про то, как мы разместились, все бюджетненько, ну так, в общем, будет интересненько, в общем, куда можно пойти с семьей, правильно? Да. И давайте будем отвечать. Ура! А давайте я стрельну, я не сломаю там ничего. Не знаю. Давай стрельну. Раз, два. Нормально, все целое осталось. Да, в куртку попал. Вот. Никогда так я себе не позволял стрелять. Ну, на Новый год можно. Да! Так что, ребята, спасибо, что с нами. Комментируйте, пишите. Очень много хороших комментариев детям. Девчонкам очень приятно. Спасибо вам. Да. Ну, давайте. Остается буквально немного до Нового года. С Новым годом! С Новым годом! Желаем вам... Давайте что-нибудь пожелаем. Давайте. Давайте, я желаю мира, добра в семье, гармонии. Я желаю ставить вам большие цели и добиваться этих целей. Не ленитесь, ребята. Вероника, что-нибудь скажи, пожелай нашим зрителям. Я желаю, чтобы никто не болел, чтобы хорошо учился всегда, чтобы у него были пятерки, чтобы ваши родители были всегда счастливы. С Новым годом! С Новым годом, Полюша! Я считаю всем любви. Желаю любви всем, ага, спасибо. Чтобы все были здоровы, все были приветливые. Ну, и с Новым годом. И всего-всего. С Новым годом! С Новым годом, ребята! С Новым годом! С Новым годом! С Новым счастьем! Раз, два! С Новым годом, ребята! Всем пока!